таким искренним дружеским приветствием встретили артековцы юную гостью из Соединенных Штатов Америки. Имя этой девочки хорошо известно. Саманта, вопреки широко развернутой антисоветской кампании в США, решила сама разобраться, хотят ли русские войны. Теперь Саманта сама может в этом убедиться. Артековцы с гордостью знакомят ее со своим лагерем. Здесь все делается для того, чтобы дети были здоровыми и счастливыми. Они показали ей площадку, где в 1925 году впервые вышла на линейку небольшая группа ребят. Теперь в этой всесоюзной здравнице одновременно отдыхают почти 4500 школьников. Вместе с ними проводят каникулы дети из многих стран всех континентов Земли. Об этом рассказывают экспонаты музея. Площадка дружбы. Сегодня здесь работает почта мира. Артековцы отправляют письма с требованием отстоять мир на планете. Саманта с удовольствием совершила морскую прогулку со своими новыми друзьями, участвовала во многих других артековских делах и играх. Словом, знакомство с лагерем состоялось. Впереди новые встречи с советскими ребятами.